Мы готовимся к уроку, к алгебре. У нас сейчас алгебра, мы логарифмы повторяли. Ой, звонок! А еще я сейчас хочу спрятать камеру, чтобы учительница не увидела. Короче, будет весело. A few moments later. В общем, урок прошел отлично, но моя миссия, лично моя миссия, не выполнена. Потому что я хотела вам что-то красивое снять, а в итоге мой телефон практически сразу заметил учитель. Короче, что-то пошло не по плану. Сейчас будет последний урок биология. Я уже пообедала, сейчас нужно будет для гимнастики успеть сделать некоторые уроки и также поснимать ТикТок. Скажем, идешь на гимнастике? Ай, подожди! Сегодня я прям занимаюсь, прям официально занимаюсь, представляете? Так, где договор? Сегодняшнего дня у меня начинаются тренировки по гимнастике художественной. Если кто не знал, я уже давно не занималась гимнастикой, просто тренировала малышей. Но недавно, на днях, мне звонит тренер и говорит, что «Сонечка, ты должна заменить девочку». И вот в итоге у меня неделя до соревнований, и сегодня начинаю тренироваться. После тренировки на улице пошел снег. Я еще хочу сказать, что сегодня мне было очень тяжело, потому что я не занималась целый год в групповом, а тут резко встала и просто дыхание мое куда-то пропало. Ну, в общем, так как мне на Новый год подарили синтезатор, я сейчас на нем потихонечку учусь играть, и вот уже выучила мелодию. Здрасте. Кто тебя учил? Нет, 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 тут. Здрасте. Да, поехали. Учу мелодию, когда приходишь на вокал, мы распеваемся, то есть мычим, рычим и так далее. И вот под эту мелодию, под которую мы все это делаем,
Я как раз таки ее и выучила. Сейчас вам похвастаюсь чуть-чуть. Как я давно не смотрела «Спокойной ночи, малыши». Теперь мне интересно, какой там мультик покажут. Сейчас буду доделывать домашнее задание, которое не успела сделать в обед. Тут буквально нужно посмотреть уроки в Ютубе и написать конспект. Также чуть-чуть сделать русского. Зажгла мою любимую свечечку, а также, конечно же, концерт Арианы Гранде. Я этот концерт в Ютубе уже раз 30 пересмотрела, наверное. Сегодня какое-то странное настроение, настроение тюленя, я не знаю кого. Я хотела вам снять такой продуктивный день, продуктивный влог. В принципе, да, для того-то влоги созданы, чтобы увидеть настоящую жизнь домашних животных. Просто сегодня как-то вообще ничего не хочется делать, эти уроки еще. Но я уроки на завтра сделала, сейчас пытаюсь сделать на другие дни. Что-то уже вообще не тянет. Сейчас, наверное, ТикТок засниму. А вообще, слышите музычку на заднем фоне? Хочется вот так лежать и не шевелиться. Наконец-то закончила делать уроки. Сейчас буду снимать видео в ТикТок. Причем необычное видео, а мотивирующее. Я хочу, чтобы в ТикТоке моем больше было чего-то такого моего. Ну, вы понимаете, просто я считаю, у каждого человека должна быть своя тематика, так сказать. Я хочу, чтобы большинство моих видео были мотивационных. Так что сейчас я буду писать текст, буквально текст на 30 секунд, потом подбирать все видео из моей жизни. Все это красиво делать, и выставим в ТикТок, я вам все покажу. А вообще уже хочу сказать, что на часах 11 часов ночи, ну, вечера, я не знаю, что это, а я еще не позанималась английским, не сделала вот это видео мотивационное в ТикТок, ни что еще там не сделала. Видео мне еще вот это надо помонтировать, которое я сейчас снимаю, еще на обложку фотографии отправить. Короче, вы понимаете, дела много. Спать некогда, поэтому начинаем с мотивационного видео. Ну что же, текст небольшой написала, сейчас буду его записывать на голос, делать видео, а тем временем уже 11 часов 30 минут ночи. Буквально за минуту записала голос, все это дело в приложении VN на телефоне, поэтому пользуйтесь. И вот, а сейчас, пока еще моя семья не спит, быстренько позанимаюсь английским, буквально минут 15, наверное, и буду монтировать видосик. Каждый день я себе готовлю вечером вот такой столик, чтобы утром проснуться, выпить стакан водички. И тут все мои книжечки, которыми я обычно утром занимаюсь.
ночи, я пошла монтировать видео для ТикТока. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, ссылочки в описании. Если вам понравился этот обычный влог моего обычного повседневного дня, то пишите в комментариях это, я буду снимать такие почаще. Я абсолютно все читаю и очень-очень сильно вас люблю. Напоминаю, верьте в свою мечту, идите к ней, и у вас обязательно все получится. Я вас очень сильно люблю, всем пока! Я смогу, я сделаю это. Повторяй себе эти слова каждый день, ведь у тебя все получится. Нам так хочется сдаться всего в нескольких шагах до успеха, но если упорно и настойчиво трудиться, двери откроются. Ты сам можешь решить, кем ты хочешь стать. Желание достичь любой цели должно быть сильнее неуверенности, критики и жестокости. Когда в душе пылает огонь, вы можете сделать невозможное. Запомни, сегодня тяжело, а завтра красиво.